Андрей? Войдите. Итак, месье Жерар, вы платите за комнату? Вы должны были отдать мне деньги еще на прошлой неделе. О, месье Грише, позвольте мне немного пошутить. Смотрите, что я сделаю с вашей квитанцией. Вы требуете с меня 6 тысяч франков. Да если бы я захотел, я бы купил весь этот дом. Вы не знаете, кто такой месье Тролюс? Не вспоминайте? Это не новый жилец, это финикиец. Вы не знаете, да? Неважно. 2200 лет назад он потерял свои сокровища. И знаете, кто их нашел? Это я, месье Грише. Тысячи золотых цистерций, каждая из которых стоит 50 тысяч франков. Это богатство в сотни миллионов франков. И если вы, месье Грише, будете настаивать, то вы не получите ничего, ни одной сестерцы. Да что я говорю, ни одного муравейдя. А если вы будете так милы и оставите меня в покое со своей квитанцией, вы получите очень лакомый кусочек. Сестерции будут сыпаться у вас из ушей. До свидания, месье Грише. До свидания. Дорогой Тролюс.